В Самаре на общегородской субботник вышли 94 тысячи бойцов за чистоту. Работы ведутся практически в каждом дворе. Хочется, чтобы во дворе было очень чисто. Наши футболисты уже играют. Спортивная площадка должна быть чистой. Снег растаян, и дети должны... Спортсмены от 1,5 до 5 лет, как я говорю, должны тоже занять свое должное место на спортивной площадке, то бишь на детской. В парке «Родина», реконструированном в прошлом году, порядок наводят буквально всем миром. Возраст, профессия и национальность значения не имеют. Показываем пример молодежи, что надо наводить порядок, и вне зависимости от национальности, все вместе на территории, которая технически закреплена за государственным учреждением Дом дружбы народов, полагаем, прибирать наш город. На субботник как на праздник, только в хорошем настроении и при параде, считает Хован Чуен, председатель вьетнамской общественной организации. Лил-лил так работает. А удобно в костюме? Удобно. Очень удобно. Нормально. Не жалко, что испачкали? Нет, нет. Приятно так работает. Поддерживая трудовой энтузиазм горожан личным примером, первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. Сегодня прекрасная погода. Людям, мне кажется, очень приятно просто поработать. Буквально 2-3 часа на свежем воздухе. Все очень организовано. Вывозятся мешки с мусором, есть инвентарь, перчатки, мы это все организовали. Приятное с полезным в сквере Росовского совмещают участники городских КВН-команд. И тут же объявляют конкурс на самые неординарные находки. Нашли нож, нашли кости. Думаем, что это как-то связано друг с другом. Не факт на самом деле. Да. Люди деньги приносят, мобильные телефоны. В общем, мы выживаем. В итоге вывезено почти 12 тысяч кубометров мусора. Общими усилиями самарцы привели в порядок 6,5 миллионов квадратных метров территории. Я хочу поблагодарить всех самарцев, которые вышли на субботник, которые сделали город чище для своих близких, знакомых, для своих детей. И, конечно же, я уверен, что эта добрая традиция в нашем городе будет продолжаться и впредь. Я хочу пригласить всех на еще один субботник, который мы проведем уже 26 апреля. Я думаю, мы в этот день абсолютно точно подготовим город к майским праздникам. Сейчас уже запущены и все 26 городских фонтанов. Для их исправной работы зимой провели ревизию двигателей и насосов, прочистили форсунки. В этом году планируют реконструировать фонтаны у проходной бывшего завода имени Масленникова, в Политехническом сквере и в Парке Победы.